В минувшее воскресенье автомобилисты отметили свой профессиональный праздник. Для Ленска, где каждый третий всегда за рулем, это праздник значимый и долгожданный. Однако над тем, чтобы водители «Алмаз-Дортранса» ходили в рейсы без поломок и происшествий, трудится много людей. Это и диспетчеры, автослесари, механики. А герой сюжета наших коллег – представитель особо редкой профессии, но имеющий непосредственное отношение к безопасному процессу работы водителей. Что это за профессия, расскажет Наталья Беспалова. Если водителю для работы нужен руль, автослесарю – детали, то Владимиру Степановичу Серебренникову для работы нужен пар. В Ленской автобазе номер 2 есть такая профессия – емкости выпаривать. Это делается для того, чтобы во время ремонта в емкости не было ни капли топлива. Иначе может произойти взрыв. В заливную горловину опускаем шланги, закрываем горловину, и пар пошел. Там температура 100 градусов, чтобы потом провести ремонт емкостей. Сварку. Варить непропаренные им костя категорически запрещено. Пропарка каждой емкости занимает 12-14 часов. Весь конденсат превращается в воду и выходит через специальную трубу. Этим с виду простым, но очень ответственным делом Владимир Серебренников занимается уже 20 лет. За это время он очистил от горючего тысячи емкостей. Первые годы занимался только этим. Потом решил, работу нужно разнообразить. Вспомнил молодые годы, когда сидел за рулем бульдозера и попросился на автобазе подрабатывать. Владимиру Степановичу пошли навстречу. Теперь он еще и уголь в котельную подает. Кроме того, когда нужно, садится за управление мехлопатой и паровой передвижной установки, которая ездит по трассе и помогает отогревать машины. Коллеги Владимира Серебренникова говорят о нем как о веселом, неунывающем человеке, который всегда придет на помощь и подскажет, как сделать лучше. Хороший, доброжелательный, всегда посоветует, всегда выручит, если сам что-то не понимаешь. Всегда поможет. Я работал здесь, детей выучил. Что еще надо? Внуки растут. Что теперь надо еще? Все хорошо. Все хорошо. День водителя, который все сотрудники «Алмаз-Дортранса» отмечают 30 октября, и его праздник тоже. Ведь от работы Владимира Серебренникова зависит, чтобы каждый шофер съездил в рейс без происшествий. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».